Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим на новый Chromebook с сенсорным экраном. Итак, давайте откроем коробку. Вот он, Chromebook. И что еще здесь есть? Провод. И батарейка. А теперь давайте посмотрим, как все это подсоединить. Соединяем провод с батарейкой и подключаем к розетке. А эту сторону провода подключаем к компьютеру. Вот здесь. Этот желтый свет показывает, что Chromebook заряжается. А теперь давайте откроем компьютер. Мы можем подключить интернет через Wi-Fi, и поскольку у нас сенсорный экран, то можно просто вот так дотронуться. Вписываем пароль и нажимаем кнопку соединения Connect. Затем нужно нажать на кнопку под названием следующий Next. А теперь зарегистрируйтесь. Нажмите на кнопку авторизации «Логин». Открывается начальная страница «Dashboard», и здесь можно открыть любую программу. Если вам нужно войти в класс Google, то просто нажмите на это изображение. Настройки находятся справа внизу. Нажмите, и здесь можно поменять интернет Wi-Fi, громкость и отрегулировать микрофон. Вы также можете выйти из системы. Для того, чтобы выключить Chromebook, нажмите вот здесь. Еще одна особенность этого Chromebook'а заключается в том, что вы можете сложить его вдвое.
Проведите пальцем по экрану вверх, и вы снова окажетесь на начальной странице. Спасибо, что нашли время посмотреть это видео.